Дорогая Валентина Ивановна, мы с Леной и Денисом поздравляем тебя с юбилеем. Ну, как юбилей? Он, конечно, не 85 там юбилей или 90, а юбилей. Побольше. Да. Но дата очень и очень серьезная. Далеко не каждый до такой даты доживает, но вот, слава Богу, ты с Божьей помощью вот достигла таких, такого серьезного возраста, скажем так. Вот, почтенного возраста, правильно сказать, именно почтенного возраста. Вот такая у нас именинница. Денис вот ей преподнес вот эти вот цветы. Ну как, цветы? Это вот ими вот, да, какое-нибудь это движение. Я тут так прижал их, и, да никто не отнимет цветы-то. Вот. Лен, встанешь вместе? Нет, я не одет. Ну вот. Ну ладно, Лена, вот она полураздетый. По-домашнему, я по-домашнему. Вот, по-домашнему. Поэтому, Лена, в общем, именинницу мы снимаем в гордом одиночестве она. Нет, ну я могу так тоже так. Ага. Присоединиться. Ну, давай, присоединись. Вот, ага. Очень замечательно. Это Лена, дочка Валентины Ивановны. Вот, вот такая дружная семья. Живут они дружно, друг другу помогают. Лен, конечно, больше помогает маме, потому что, ну, здоровье не очень. Вот с возрастом у всех, наверное, немножко оно хромает. И слава Богу, что вот есть дочка, опора Валентины Ивановне. Вот. И я желаю бодрости духа, благополучия, духовного, душевного и телесного здравия Валентины Ивановны на долгие-долгие-долгие годы, и чтобы нам всем вместе вот встретить круглую дату, когда Валентине Ивановне исполнится 90 лет. Вот так. Тяни! Давай! Старайся! Да, с Божьей помощью, как ты говоришь. Так что заявку мы сделали, заявку. А ты уж постарайся, пожалуйста. Исполнять. Да. Ну, будешь стараться-то. Как Господь Бог благословит. А Господь Бог благословит. Ну, Бог-то Богом, а сам будь, это говорит... Неплохо. Да, сам будь неплох. Вот так, вот так. Ну, в общем, так вот. Вот такой мы сделали юбилейное видео сегодня. Скажешь еще что-нибудь? Скажу. Давай. Благодарю я тебя, братка и крестник мой. Что ты меня не забываешь, что ты мне помогаешь и духовно, и материально, можно сказать. Большое-большое тебе спасибо, благодарю Господа, что ты у меня есть. Слава тебе, Господи, за все. И благодарю Господа, что он мне позволил до сих пор зажить. А как дальше его, как все сказать, правильно выразиться, воля Божия. Это ему только одному известно, а нам пока нет. Если позволит мне пожить еще немного для пользы ближних, для моего покаяния, исправления греховной жизни моей, я, Господь, буду очень-очень благодарна. За все, Господу. Спасибо. Слава Богу за все. Да. С днем рождения, с днем рождения и многое лето. Вот так многое, мы тебе. Многое, многое лето всем, всем и вам, моим близким и самым дорогим. Спаси Господи, спаси Господи. Вот. Ну, так вот, по-скромному немножко, может быть, но ну, как есть, как да. Есть. На этом мы заканчиваем свой репортаж, свою съемку. Вот. И нашей дорогой имениннице Валентине Ивановне. Спасибо, Господи, вас всех. Сейчас за праздничный стол сейчас сядем, будем пить чай с тортом. Так, спаси, Господи, с Богом. И торт сфотографируем.